Рассмотрим подробнее первый путь оптимизации бизнес-процессов со снижением издержек. Существует расхожее мнение, что если цена низкая, то и качество низкое. Но это не совсем так. При грамотных действиях можно достичь результатов, когда при низкой себестоимости качество товара на том же уровне, что и у конкурентов. А иногда может и превосходить качество товаров конкурентов, у которых себестоимость товара выше. В конечном счете снижение издержек позволяет получать дополнительную прибыль без снижения цены или обслуживая определенную группу потребителей по низкой цене. При снижении издержек с сохранением цены полученная прибыль может пойти на развитие компании, на научные разработки и на повышение ценностного предложения для потребителей в виде сервиса или других параметров комплекса маркетинга. В случае же снижения издержек с понижением цены компания удовлетворяет ценностные предпочтения потребителей, приоритетом для которых является низкая цена или соотношение цена-качество они исходят из такого принципа, как «зачем переплачивать за ту же функциональность товара?». Компания, создающая ценностное предложение для данной категории потребителей, придерживается стратегии низких цен при оптимизации бизнес-процессов для снижения издержек. Примером может служить американская бюджетная авиакомпания Southwest Airlines, основанная в 1971 году. Она реализует концепцию «меньше за значительно меньшую стоимость. Не переплачивайте за то, без чего вы можете обойтись, предлагая самые привлекательные цены. Достигают низких цен за счет снижения издержек на том, что не кормят своих клиентов в самолете и имеют некомфортный салон. Расстояния между сиденьями сдвинуты, небольшие, но на короткий период перелета этого достаточно для клиента. В целом речь идет об управлении издержками. Управление издержками, то есть его повышение или снижение, производится в соответствии со стратегией компании и ее целями. Каким образом компании могут снижать издержки? Вариантов снижения издержек может быть несколько. Рассмотрим некоторые. Во-первых, достижение эффекта экономии от масштаба производства. Во-вторых, контроль над затратами. В-третьих, зависимость уровня себестоимости от факторов, воздействующих на себестоимость. В-четвертых, снижение затрат в некоторых сферах деятельности компании. И рассмотрим каждый из этих вариантов снижения издержек. Первым можно назвать эффект экономии от масштаба производства он применяется исходя из того, что при увеличении масштаба производства издержки на производство одной единицы продукции снижаются. Это достигается увеличением самого производства. Но если компания не планирует такого расширения, то этот путь не для нее. Есть такой вариант, как контроль над затратами. Причем контроль здесь предполагается максимально жесткий, это должно являться частью повседневной деятельности вплоть до глубокого осознания каждого сотрудника компании, создаваемой на уровне корпоративной культуры. Результатом должно быть обеспечение эффективности использования ресурсов и достаточно ощутимо. В одной из компаний в кризисный период, приняв такое решение, стратегию жесткого контроля над затратами, компания выжила, сохранив клиентов и сотрудников. Был установлен контроль даже на использование карандашей вплоть до 1 см. Включение и отключение электроэнергии только в установленное время. В то время еще не было датчиков движения на включение и отключение электроэнергии. И других, казалось бы, мелочей, но в совокупности, формирующих статью затрат. Да и, наверное, многие из вас помнят такой ход, как выключение электроэнергии с соглашением заботы о сотрудниках, чтобы не было переработки, чтобы сотрудник отдыхал. Это практиковалось во многих компаниях в кризисные 2008 годы. Сотрудники вынуждены были вовремя уходить домой и дорабатывали дома, если не успевали в рабочее время. А компании тем временем сокращали расходы на электроэнергию и невыплату за переработку. Третьим вариантом является определение зависимости от уровня себестоимости выпускаемой продукции. Это достаточно действенный путь, причем рекомендуется периодически проводить такие мероприятия в любой компании. Принцип такой. Изучаются все составляющие себестоимости выпуска продукции и принимается решение по снижению статей затрат без ущерба качества выпускаемой продукции, сервиса и предоставляемых услуг. Выявляются факторы, влияющие на себестоимость, и рассматриваются возможности ее снижения. Четвертый вариант – снижение затрат в некоторых сферах деятельности компании. Выбрав этот вариант и проанализировав ситуацию, происходит осознание возможности и замены одного подхода к применению сфер деятельности другим. Главное, должен быть творческий подход к такому процессу. В таких сферах деятельности может быть уменьшение расходов на рекламу и продвижение продукции, сокращение разработок в сфере создания нового или совершенствования старого товара, возможно даже снижение уровня сервиса. Возможно, это отказ от аренды помещения на красной линии или в центральных районах города. Переезд на окраину города офисного помещения, а может это будет ближе к своим складским помещениям, это может оказаться даже более привлекательным для клиентов. Возможно, это станет более доступным для клиента расположением. Проезд без проблем с парковками, без пробок, без больших усилий по поиску офиса и складов, находящихся в разных концах города, и затрат на горючее. Возможно, потребителю и нет необходимости предоставлять высокого уровня сервис, и ему важны другие параметры. Откажитесь от дополнительного ненужного для вашего потребителя сервиса. Создавайте ценность для потребителя, которую он ожидает, которая ему нужна. Еще одним примером может служить пересмотр в кризисное время в 2008-2010 годах своих расходов на коммуникационную деятельность. Если в период расцвета экономики компании могли спокойно размещать рекламу на рекламных счетах по городу, в большей степени ради престижа, ради того, чтобы всем показать, что мы есть, особенно конкурентам, или просто не задумываясь о затратах, по привычке. Просто был доход и не хотелось думать о рациональном использовании то при наступлении кризисного периода многие компании пересмотрели свои рекламные политики и перешли на менее затратный вид в продвижении в интернет-просторах. На диаграммах на слайде мы видим значительный переход от традиционных каналов коммуникации в сферу интернет-коммуникации.